пояснице как себя чувствует? Да тоже вот боль есть, это здесь в середине. Угу. Сейчас я обработаю. Угу. Ощутимо где-то на зубы. Когда, если будет сильно больно, вы мне говорите. Плохо или что? Мы попадаем прямо в триггерную точку, там, где самый сильный спазм. Будет. Если прям невыносимо больно, я буду доставать и иглу выкидывать. Как вы себя чувствуете? Сейчас нормально. Голова не кружится у вас? Да нет. Что, может кружиться? Нет, спрашиваю самочувствие, а как вы себя чувствуете? Оно у меня вообще бывает, ну, сама по себе кружится, вот как встану, вот, резко наклонюсь, вот, болит спина, не знаю, от этого нет. Вот эту вот лопатку болит, плечо какое-то, ну, больно отдает.
самочувствие. Все хорошо? Ты его почему-то плечо ударить, а? Сползем сейчас. Тут сильный спазм. Да? Не хочет. Ну что-то. Руки так расслабить. Все хорошо. Можете головой крутить. Ничего, чего. На дворе чувствуется это. Опа. Как на уши пошевелить головой. Напряженно что-то вверху все. Четыре минутки лежим.
Будем снимать. Сейчас будет его отрабатывать, может щипеть немножечко. Как себя чувствуете? Я думаю, прошла скованность. Прошла, да? Угу. Ну, когда я два. Я вам помогу, лежите. Thank you.